В Чебоксарах полицейские задержали группу подростков, которые подозреваются в серии краж из магазинов. Сотрудники полиции располагают доказательствами причастности несовершеннолетних к 8 фактам краж из торговых точек Чебоксар и районов республики. Факты краж стали регистрироваться в конце ноября. В ночное время молодые люди взламывали пластиковые двери, врывались в помещения и за 1-2 минуты выносили ящики кассовых аппаратов, дорогой алкоголь и сигареты. Злоумышленникам удавалось скрыться до приезда охранников. Сотрудники полиции опознали одного из преступников. 17-летний подросток ранее был судим и освободился из колонии в сентябре нынешнего года. За ним и его возможными сообщниками 16-17 лет было установлено наблюдение, и после совершения очередной кражи в Шумерлинском районе группа была задержана. Там оперативники изъяли часть похищенного из нескольких магазинов. Сумма ущерба, причиненная злоумышленниками, владельцам торговых учреждений, составляет порядка 70 тысяч рублей. По фактам краж возбуждено уголовное дело.